Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится. Никогда. Что ты сделала? Подожди. Саша. Мама, ты что? Ничего делать не надо. Надо быстро. Надо выключить. Нет. Да. Нет. На обмеження Сашко реагує протестом. Виключай. И не кричи, пожалуйста. Встала. Не кричи. Выключу. Я выключаю. Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу немного почитать. Не выключить. Мам, не выключить. Я хочу почитать и все, и выключу. Мама, я съеду. Уродинки, ви все будемо робити разом цілий день. Тут вот это надо почитати. Я зараз виключу. Мама, ти мене слухай! Скажи, ти дура! Пошла ти на дура! Щоб ти здохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дура, ти йому правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином, котрим покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Зачем ты будешь так делать? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду уничтожать сына. Мам, хотя бы... Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю комп'ютерного телефону не буде.